Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Страшная трагедия произошла в Подмосковье. Пьяный водитель насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе. Есть видео, это просто абсолютно ужасные кадры. Молодая пара начинает переходить дорогу, значит, на пешеходном переходе. И влево-вправо можно было даже не смотреть, дорога была темная, машин нет. С огромной скоростью вдруг появляются машины, потому что видны огни фар, и вдруг просто как вот пуля проносится машина и просто сносит людей. Страшно, абсолютно страшные кадры просто. Ужасно. Значит, в Нарфоминске пьяный водитель за рулем автомобиля Cadillac насмерть сбил молодую пару, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Значит, произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовал телеграм-канал LiveShot. 22-летний парень с 19-летней девушкой переходили дорогу. В этот момент там проезжал 27-летний бизнесмен Виталий в состоянии алкогольного опьянения. Он не успел затормозить и на большой скорости протаранил пару. Пострадавшие скончались на месте. Водитель попытался скрыться. Ему помешали очевидцы. Они догнали нарушителя, вытащили его из машины и передали полицейским. Значит, вы знаете, что я хочу сказать в первую очередь? Спасибо огромное всем тем людям, которые действительно имеют такую гражданскую позицию. И когда вот это читаешь, понимаешь, что, так сказать, многое не потеряно, когда люди так вот реагируют. Это, конечно, очень здорово. И второе, что я хочу сказать, бросайте бухать. По-другому уже и не скажешь. Потому что, вы знаете, вот история с Ефремовым, хотя там столько белых пятен, что и непонятно вообще, что там произошло, по-моему. И это, мне кажется, это будет загадка просто тысячелетия. Но, тем не менее, эта история, она еще и о том, да, что все-таки человек, злоупотребляющий алкоголем, я думаю, вы со мной согласитесь, если он берется там читать некие стихотворения подобного рода, должен быть очень осторожен и аккуратен, ну просто во всем абсолютно. В буквальном смысле слова даже на кнопку лифта нажимать внимательно. Вот, поэтому я и говорю, что там много белых пятен, но то, что Ефремов употреблял алкоголь, в принципе, в повседневной жизни, читая такие стихотворения, он проявил преступную небрежность в отношении самого себя. Потому что очень легко можно было сыграть на его вот этом пристрастии. И в данном случае я могу сказать, что есть только одно. Если вы хоть раз в состоянии там даже минимального алкогольного опьянения решили сесть за руль и проехать даже 5 метров, чтобы припарковать машину, лучше продавайте машину, сдавайте права и ездите на троллейбусе. Потому что тот, кто сел на 5 метров, он проедет в следующий раз километр, а в следующий раз 10 километров. И человеку в состоянии алкогольного опьянения, табакурение, алкоголь вредит здоровью, кажется, что он делает все как, ну, нормально. Даже кажется, что лучше, чем обычно. На самом деле он все делает гораздо хуже. Это только иллюзия его вот в этом состоянии. Поэтому, когда человек едет, не вот пешеходный переход, темно, да? В Подмосковье, на самом деле, очень много дорог, когда двухполоска, и потом оборудовали, когда было много случаев, когда сбивали на остановках, еще где-то, оборудовали вот эти, моргают, вот едешь, я смотрю, моргают эти, знак пешеходный переход и так далее. Полицейских там лежачих установили, много чего сделали. Но тем не менее, осталось огромное количество мест, где просто вот едешь, раз, хоп, пешеходный переход. Или едешь, человек идет, вообще его не видно абсолютно. Поэтому это трезвому-то человеку сложно, то есть нужно ехать довольно медленно, потому что бывает, там петляет, длинная прямая, вроде можно разогнаться. Потом поворот направо, пешеходный переход. И, значит, а человеку, который выпил, и вот он едет с большой скоростью, а предположили люди, которые видели видео, что не меньше 100 км в час он ехал, да? Да он вообще просто не то, что он даже не акцентирует внимание на том, что кто-то может по дороге идти, какие-то пешеходные переходы, и это ужасно. Это ужасно, поэтому у меня только один посыл. Бросайте пить, или если вы пьете, выпиваете, и у вас был такой грешок, просто сдавайте, продавайте машину, и вы обязательно сядете еще. И будете, не дай бог, будете причиной вот такого горя. А в первую очередь горе для других людей, и самое главное, горе для себя самого, для своей семьи. И всему виной будет алкоголь. Понимаете, в чем дело? Алкоголь – это страшное зло. Он унес огромное количество людских жизней просто так.
А самое главное, огромное количество знаменитых людей, действительно очень талантливых, которые связались с этим зеленым змеем. И в данном случае я что могу сказать? Я могу выразить соболезнования. 22 года, 19, это вся жизнь впереди. Но это ужасная трагедия. Просто слов нет. Здесь нет слов никаких. Надеюсь, что правосудие будет таким же беспристрастным, как в отношении Ефремова Михаила Олеговича, который получил по той категории преступлений, по которой получает меня 2 лет в среднем, 8. С вами был Будда Гришна. Я надеюсь, что вы поняли, что последнее это в кавычках, да? То есть я имею в виду, что другие люди, сбивая инспекторов при исполнении, получают 1,5 года колонии поселения. Ефремов получил 8 лет. С вами был Будда Гришна, ребят. Подписывайтесь на канал основной, на котором сейчас находитесь, на канал саморазвития Будда Гришна. Лайк, добро пожаловать в мой инстаграм, Будда Гришна, нижнее подчеркивание, офишл. Всем пока, ребят, до встречи. Будьте осторожнее на дороге. Если вы пешеход, смотрите 100 раз налево-направо. Если вы идете по пешеходу... Я вот перехожу дорогу, когда пешеходный переход, я стараюсь всегда по подземке перейти, да? Я всегда смотрю, если вот далеко, я все равно иду. Но иногда вот пешеходный переход, я смотрю, есть. Люди толпятся... Вот переходишь. И у меня был случай такой, знаете, на проспекте Мира. Я помню, значит, вот я стою, все, зеленый, люди стоят, толпятся. И что-то я вперед встал, думаю, пойду. Я пошел, человек как ехал, так и ехал просто. Зеленый вот ему, уже красный. Он как ехал, он даже не останавливался. Он просто проехал и все, прямо передо мной. Вот я бы еще 3 шага сделал вперед, и сейчас бы я здесь не сидел. Что бы сказали? Вот человек также там на пешеходный... Но это люди, которые, понимаете, им кажется, что они безнаказанны, как правило. Они обладают каким-то там, как им кажется, иммунитетом, к силами там и так далее. Вот этой всей фигней. Поэтому, когда вы выходите на пешеходный переход, я вот наблюдаю, например, мамочек с колясками. Да, я сам, например, вот гуляю с коляской, я ее держу 2 руками настолько крепко, понимая, что если ты идешь по дороге, возможно, вообще все просто. Понимаете, даже если вот вам зеленый, а всем красный, есть те люди, которые вылетят непонятно откуда, совершат какой-то непонятный маневр и будут это делать рядом с вами или по вам вообще. Да, и им будет все равно абсолютно. К сожалению, это есть. И ты, я вот когда иду, даже зеленый, всем красный, мне зеленый, я иду с коляской, если, да и без коляски тоже. Я смотрю все равно на все дороги, повсюду просто, понимая, что если это большой, тем более перекресток, все возможно вообще, абсолютно все. И когда я наблюдаю вот эту преступную просто беспечность, небрежность, когда я иду с коляской, идет напротив мамочка с коляской. Она идет с коляской, она одной рукой держит коляску, другой разговаривает по телефону, и она начинает, ладно, она идет по тротуару так. Но когда она выходит на пешеходный переход, я думаю, сейчас, наверное, она сконцентрируется как-то, нет? Ну, ты идешь вот так, да? Она идет спокойно, продолжает говорить по телефону, не смотря вообще ни налево, ни направо. Она вот увидела, мне зеленый, все, она пошла. Предполагая, что раз зеленый, значит, все нормально. Значит, никто не выйдет. Нет. Вышли на пешеходный переход. 300 раз каждый шаг смотрите налево-направо, никто ли нигде не выскочил, не еще что-то. Вы скажете, это, ну что это такое, это совсем уж... Но жизнь дороже, здоровье дороже. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот это тоже есть. Но я не об этом случае говорю, а в целом говорю, что здесь просто настолько быстро вылетел, там то ли поворот, то ли что, они даже фарни-то, они бы даже если посмотрели направо, там его нет. На кадрах видео есть, что... фар нет. Потом фары внезапно появляются, и они, наверное, думали, что они, если идут по пешеходному переходу, но машина успеет затормозить или остановиться. Они же не думали, что он пулей пролетит по ним. Поэтому, когда вы выходите на пешеходный переход дороги, знайте, что вы находитесь... Машина – это источник повышенной опасности. Когда вы находитесь на дороге, зеленый даже если вам, даже если вы на пешеходном переходе, вот если вы не отгорожены от автомобиля, я не знаю, там, отбойниками какими-то серьезными, просто знайте, что в любую секунду может случиться неожиданность на дороге. В любую. И будьте начеку просто каждую секунду находясь на дороге. Потому что это огромное скопление машин, количество машин.
И неадекватных водителей очень много. Людей не в трезвом виде. Это ужасно абсолютно. Будьте бдительны. Всем пока, ребят. До встречи.